Кстати, между прочим, очень интересно, я пытался у своих друзей, очень хороших классических музыкантов, академических, узнать, сохранилось ли у них в их традиции академической такая форма какая-то, которая родила бы целую музыку, да, и которая со временем не исчезла бы. И оказалось, что они проиграли. Блюз у нас сохранился изначально, и он до сих пор представляет нам проблемы, которые мы каждый день решаем, занимаемся. А в академической музыке все превратилось в какую-то невероятную эстетическую, такую великую традицию, но все размылось. Нету того начала в академической музыке, не осталось. А у нас осталось. Поэтому мы закончим первое отделение. Блюзом. Я даже не знаю, какие будут мелодии звучать, я надеюсь, что, может быть, даже и не одна мелодия звучит. Вот, ну, не было, почему это будет блюз. Блюз — это не то, что вам пишут в газетах, на самом деле это форма, это количество тактов, это мелодия, это очень строгая, точная форма. Это как форма стула, на котором вы сидите, форма бокала, из которого вы пьете вино или что-то еще. В общем, это форма целая, которую мы будем сейчас стараться наполнять своими знаниями, своими мыслями и своими чувствами, конечно. Евгений Соколовский, Олег Великанов, Юрий Подколзан, Макс Кабасис, и мы завершаем первое отделение.
Еще раз, пожалуйста, приветствуем великолепных музыкантов, репортерян. Евгений Сидоровский, тенор саксофон. Олег Елиганов, альт саксофон. Юрий Мартовин, контрабас. Максим Табальский, с барабан. Принимаются